Всем привет, ребят. Ну что, после вчерашнего стрима отошел и сегодня решил все-таки вам записать дополнительный обзорчик на такого вот огника, непростого огника. У нас будет восьмая эмблемка борца. Эмблемку борца я вам показывал и талантик уже отдельно, но у нас будет он на максималке, то есть плюс 25% урона. Ожива будет стоять. Почему ожива? Думаю, не надо объяснять, многие знают. Но самое основное, у нас вот будет новая наша фича, прорыв. Прокачан на максималку. То есть 20 уровень, мы его качали на стриме очень долго и нудно. Но оно того стоит. Я решил все-таки протестить его на максималке вместе с рункой против зеленой фракции. Посмотрим, что с этого получится. Вот такая вот у нас сборочка. Плюс на нем стоит максималка Punchbox. Плюс 120% урона еще дополнительно. Поэтому, по сути, должны сейчас зеленые герои просто вылетать. Поехали, начнем. С рейда показывал я вам в рейде, ну, просто нереально. Ну, тестили мы с пактом. Вот, кстати, отлично. Смотрим. Вот, смотрите. Просто жесть. Именно красный этот талант получается против зеленой фракции Оракула. То есть, по сути, там все топовые герои такие, как Лазуликс, Огник вражеский, они будут просто улетать. Плюс Седна, которая тоже много неудобства доставляет. Возможно, соберем потом и против красного. Можно будет поставить святого эмблемку. Ну, в принципе, как видите, самую основную задачу Огника мы слили. То есть Огник, Стрелок просто улетели. Нереально такой урон заблокировать, как бы вы ни старались на любой локации. Кстати, сейчас даже проверим. Смотритель ударил. Самое главное ему вблизи подойти. В чем плюс? В том, что у него есть ограничение урона. И по сути этот, вот смотрите на стрелка, просто тупо пропадает. Осталось Фрея. Жизни, конечно, у него дофигища. 680 от хил. Обычная Фрея без прокачки очень редко его убивает. Тестили мы его против других таких же огников. И Фрей. Сейчас мы до этого тоже дойдем. На стриме, в общем, было весело. Так, поехали. Нам надо добежать. Вот смотрите на Асуру. Мисс. Вот пошли. Я не вижу какой там урон, но урон там бешеный просто. Так, вражеский. Бугиман, посмотрите, что с Бугиманом. Плюс еще, конечно, у него получается два удара сразу же. Так, слили. Плюс Punchbox. Это реально, это жесть. Можно поставить, конечно, и другие рунки. Ну, то есть выживание. С выживанием такое будет вообще имповое. Но мы просто тестим, смотрим. Не дают ему зарядиться. Но, как видите, он очень-очень хорошо против урона выдерживает. Намного лучше, конечно, чем обычный. Конечно, прокачать эту фигню надо очень много камней. Но, блин, ребят. 252 тысячи жизни и 8400 атаки. И помимо этого еще офигенные атрибуты. Посмотрите, вот так. Это прокачанный на 20-ку. Плюс 23 тысячи атаки. И сейчас я вам найду просто обычного, покажу. У меня есть второй огник. Разницу ощущаете, да?
просто жесть. Но тут рунки у нас нету. Ну, давайте рунами. Поставим там оживу, например. Но все равно 270. Вот как-то так. Даже атака, посмотрите, насколько. Это жесть. Поехали. Еще разок в рейдик. Вот именно против зеленых, я думаю, для Фрей и для этого можно свободно ставить. Видите, оно сливает. Но урона, конечно, блин, дофигища у него. Да, и жизни он против Фрея намного лучше выдерживает. Вот он опять начал бить. Смотрите, вражеского огника просто ушатал. Осталась только Фрея одна. А даже Фрея, он у меня не собран на уклонение. Все. Сейчас постараемся найти где-то расстановочку. Вот, кстати, очень неплохо Лазуликс. Двенадцатые скиллы, он тоже немножко прокачанный, прорывы, посмотрите. Так, вражеский огник подбегает. Отлично, плюс Фрей активировали. Ну давай, давай, давай. Слился. Волочь. Ну, с пактом он, конечно, получше будет бить, но тут чисто вот именно. Так, отлично, попробуем забежать. Жизни у него, конечно, тоже дофигища. Вот видите, не бьет, получается. Урон не проходит. Так, вот стрелок. Стрелок издали ушатал. Такс. Хорошо. С этим мы решили. Поехали на аренку. Вот на арене я хотел его именно в такой сборке протестировать. Так, старт. Смотрим. Вот посмотрите урон, как проходит. Это просто жесть. Офигеть, урона тут, конечно, блин. И плюс у него двойные удары получаются еще обычные. Посмотрите, сколько по вражескому огнику ударов приходит. Так, а ну-ка, кристалл. Да, тоже два удара, как видите. Ну, как и на Архидемоне, получается, он очень крутой. А, и там был Лазуликс. Но его не сливают. Только героев бьет, вот, отлично, поехали против этого. По центру. Ледофен. А вот видите, замораживает, получается не бьет, не срабатывает. То есть нужно, чтобы был герой бил, тогда только будет срабатывать. Ну, то есть, по сути, от удара. Поехали еще разок. Ну, к сожалению, тут разбили. Но урон, как видите, просто обалденнейший. Там половина героев просела уже. Вот чисто Леда Феникс убивает камень издали. Так бы, конечно, мы их тут нормально бы затащили. Но один герой против топовых смотрится довольно-таки неплохо. Так, ну давайте еще попробуем
против этого. Кстати, тоже качает Лида Феникса, тоже себе хочу качать. Ну, то его Лида Феникс. Тут не вариант. А, так, хорошо. С этим мы разобрались. Так, окей, поехали. На забытую. Хочу здесь его потестить, посмотреть. Убрали, поставим его сюда. Чем как бы он кайфовый, если ему поставить тот же самый пакт либо выживание, ну, его очень сложно будет убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, надеюсь, у него другая пачка будет тоже такая интересная. Так, ну тут зеленых, вот смотрите на Седну. Вот он Седну сейчас долбит. Жесть, сколько там урона по Седне пролетает. Ну вот и Фрейя, все, Фрейя тут ничего не сделает уже. Ну нереально Фрейя слить. Два удара идет. Там такой живучий. Так, ну давайте против других охников потестим. Ой, отлично, тут вообще полно их. Ну, включись. Все, минус Седна. Ребят, ну что вы на это скажете? Это просто жесть, как по мне. Ну это вообще Unreal какой-то. До свидос. Круто. Вот это действительно круто. Есть смысл ему ставить рунами. А рунки на смотрителей такие. Ну, круто смотрится. Точно так же будет на Фрейе. Очень кайфово смотреться против красных. Так, ну кто тут у нас? Ну, давайте вот против этого попробуем. Тут Фрейя вроде. Асура есть. Ну тут вообще посмотрите на урон, сколько урона по Фрейе приходит. Фрейя просто ничего сделать даже не может. Ай-яй-яй-яй. Что-то я по привычке нажал. Так, ладно, ищем топов. Вот какой-то есть Лазуликс. А вот Лазуликс как вариант может его остановить, замор... А, нет, тут... Тут однозначно нет. Так, кто тут у нас зеленых? Да, он просто их разгребает всех, причем представьте, какой тут урон идет, посмотрите с руки. Вот осталось Фрейя и Буги. Интересно, интересно. Главное, чтобы смотритель сейчас не сработал. То, о чем я говорил, что против него нужны только 20-е прокачки уже, по сути. Если будет пачка с 20-ками, это будет реально трэш полный. Конечно, 20-ку прокачать дофигища камней надо. Но оно того и реально стоит. Один герой 20-й просто на ура выносит.
Вот лазули, кстати, смотрите. Это еще как вариант, если его сейчас он просто не заблочит раз. Посмотрите, сколько урона по лазуликсу пришло. Но огника он остановить может вполне. Интересный бой получился. Вот вам бездонатный герой, который может убить донатного. Почему Лидо Феникс реально кайфовый? Так, ну поехали. Как видите, надо, чтобы герой подошел вблизи, вот его обездвижили, урона нет. Просто тупо нет. Но других он просто нафиг сносит. А тут у нас стрелок еще мешает. Сейчас был вариант у нас возможность слить. Но если сравнивать, у кого есть огники, допустим, разницу вы увидите. Потому что огник сливается на сегодня очень быстро. Ну а этот, конечно, урон выдерживает. Можем сейчас немножко поменяем сборочку. Сейчас еще один заходик. Так, там Фрейка с пактом. А, там Командора. Вот смотрите, что сейчас будет с Командорой. Или не будет. Все, минус. Жесть. Нифига себе. Круто. Так. Окей, а теперь сделаем другую сборочку. Сделаем сборочку с пактом. Блин. Вот я нуб. Тестирую называется. Что я тестирую? Поставил фигню и показываю вам. Это был обычный, ребят, а теперь необычный. Вот он. Я думаю, что такое, блин, где там тут урон? Мы, оказывается, нубим. А вот теперь будет повеселей. Не знаю, сколько там отхил, надо посмотреть сейчас. Посмотрите, что делается. Все, сразу же минус. Фрейя тоже сейчас улетит очень быстро, потому что тут двойной удар будет. И я думаю, вряд ли у нее хватит. Единственное, что... Да, он просто агриться будет на этих голубей, и она просто его так добьет. Но если он на нее переагрится сейчас, он, конечно, один на один ее снесет. А может, нет, сейчас посмотрим. Ну, видите, здесь браулер не срабатывает, к сожалению. Ну, Фрейка 10 уже получше. Теперь меняем сборочку. Убираем нафиг вот это. И давайте ради интереса поставим выживание. Ожива плюс выживание. Плюс 2 реса на героя. То есть, по сути, отхил будет у нас. Ну, посмотрите на урон. Даже с выживанием он наносит дофига урона. Вот, интересно. Возвращаемся обратно сюда же. Так, отлично. Огник на огника. Вот это будет получше сейчас. Смотрим. Как видите, уже урона такого нет. Слили, ничего себе, красавчик. Сколько урона по нему прилетает, и он все равно живет. Так, сколько там у него жизни. Но видите, все-таки фракцию ставить против таких вариантов надо. Сейчас его салют, наверное.
Но по лазуре там тоже прилетает прилично. Но тут от хила посмотрите, сколько у нас. Даже никого не убили. Не, слили. Хоть кого-то слили. Ладно, это такой вариант. Это вариант как бы больше на битву гильдий. Это самый оптимальный вариант на битву гильдий, я бы даже сказал. А вот этот вариант мне больше всего нравится, когда на него ставишь пакт. И он просто шатает всех. Посмотрите на урон. Ну тут просто нереально. 250, 200. Я вам скажу. Это дофигища. Вот, отлично. Опять те же персонажи. Ну, стрелок, сволочь, не дает зарядиться нам. Посмотрите на урон. Тут стрелка в таком случае стрелок очень мешает. Так, чуть-чуть нам не хватило. Но ворожа я слил. Посмотрите на урон против Некроса. Бред полный. Сейчас опять Фрея нам поможет. Но тут герои получше стоят, я вам скажу. По сравнению с тем, что мы видели, они все-таки проседают. Блин, до Фрейи бы дойти надо было со стороны Фрейи кидать. Давай, включайся. Ну вот, ворожая нафиг снес. Пошел крит, ворожай просто улетел. Сейчас опять будет Фрейю долбить. В принципе, у Фрейи сетхилост... А, нет, там все нормально хилят. Ну, как видите, по урону тут просто нечто. Даже Фрейя не успевает всегда выбивать. Ему надо наролить тогда в таком случае уклонение. И он с уклонением будет получше выдерживать. Но урон, как видите, просто бешеный. Интересно, интересно. Ну, Фрейя может один раз попасть нормально. Но вроде проседает. Вот почему Ажива самая топовая на девяточке. Он умер, резнулся. Все, до свидания. Вот так вот, ребят, соло. То есть такая сборка, ну, реально тоже очень крутая. Так, отлично, опять этот же. Ну, давайте попробуем его затащить, если получится. Посмотрите на Лазуликса, сколько там ему урона нанесли. Ему надо, конечно, один раз хотя бы включиться вовремя. Но, как правило, он этого не делает. Сейчас он забежит дальше. Ему надо одно хотя бы включение. Но ничего не поделаешь. Просто тупо не дают. А не, вот нормально. Не дали все-таки дойти. Надо не через огника бежать. Может, сейчас повезет, еще раз его встретим в рейде. Надеюсь. Ну, в общем, так вот, ребят. Честно скажу, разница очень большая в сравнении. Нереально большая. И таких 6 героев на двадцатке, на атаке фортов просто нереально будет убить. Ну, возможно, такой же попадется, это еще вариант. Но без доната это нереально слить.
плюс ремки, плюс ожевы, ну вы ничего не сделаете. Еще напихать новые талантики с доп. Уроном, которые будут сливать в первую очередь нужных персонажей. Вот посмотрите, Фрея стрелок. Стрелок минус. Сейчас посмотрим Фрея. Ну, Фрея держится. Он там ворожей под хил хороший дает. Но все равно посмотрите, как сложно его слить. И он без уклонения. Это не самая топовая еще сборка. Вон, на нем уклона нет. Но ворожай неплохо хилит. В общем, ребят, вот как-то так. Интересно было бы еще посмотреть, наверное, потом другие сборочки. Ну, я не знаю, на сегодня мне это реально очень сборка нравится. Жизни немерено, все, что хочешь. Еще давайте такую рунку тестанем уже. Не знаю. Честно скажу, после выхода таких обнов и прокачки такого вот героя, понимаю, что без доната вообще просто сложно, нереально. Вот посмотрите с уклонения. Вообще песня, как по мне. Стоит себе. Уклона уже намного больше. В том, что у меня нету столько уклона. У меня он вообще там, по-моему, без уклонения. Жесть. Давайте ради интереса. Забежим сюда. Посмотрим на огника. Вот стрелок. Вот у него, кстати, зеленых хватает. Сейчас посмотрим, что с них будет. Я не вижу, сколько там жизни, как-то оно не видно. Ну, дофига. Судя по урону, который по нему проходит, жизни очень много. То есть вот здесь уже немножко уклона добавлено, и он уже получше. И стрелок, причем и Фрея снимают энергию. Нормально держится. Такс. Такс, такс, такс. Теперь делаем еще такой заходик. Надо будет все-таки его собрать на уклонение. Теперь смотрите на вражеского огнекрыла. Разницу ощущаете, да? А, заблочили. А не успели. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас еще один заходик. Кого-то минуснули. Блин, стрелок выжил. Ну вот, минуснул, в принципе, намного легче. Сейчас я зайду опять оттуда же.
просто ставится фрай, стрелок улетает, в принципе. Но талантик этот, конечно, просто бешеный. Я не знаю. Блин, не попадает он. Да, он, к сожалению, видите, блочит. Но работает только с удара, в чем как бы и минус. Тут Асуру сейчас должен вынести. Не вынесет или вынесет? Ну, вынес. И Асуру вынес, и Овника вынес. В общем, вот так вот, ребят, не знаю, честно скажу, обалденно, смотрится круто, но совсем не радует. Не радует, почему я вам уже рассказывал, потому что это очередная жопа, в кавычках. Ну, а Фрэнки... Фрэнки плюс Фрея. Ну, как вариант, смотрите, как заблочить можно. Стан. Станет и все. И я нифига сделать не могу. Прикольно. Тоже, тоже в принципе, как вариант, как обезвредить. Ну, мне нравится Ронин. Ронина я вам показал. Ронин это просто нечто. Так, а вот этот еще разок. Вот смотрите, я на него нападал уже перед этим. Можете, кто не видел, перемотать. И мы просто налегке командору слили, хотя до этого мы командору не могли даже убить. У нас стоял совсем другой. А тут просто налегке ушатывает. Жесть, конечно. Ну не знаю, PvP-шный талантик и реально очень крутой будет на PvP-локации. В общем, вот так вот, ребят, не знаю. Пишите комменты, что вы думаете, кого хотите увидеть. У меня в планах следующий, это прокачка Вазуликса. Его буду качать. Вот он по чуть-чуть растет. Все, всем удачи, всем пока.